Эй, hey, привет, мой дорогой друг. Время позалипать ютубчик, тем более, что подъехала новая часть по Нью-Вегасу, и мы продолжаем проходить сюжетный квест первого акта. И это последний квест здесь. Квест называется «Звонок», где нам нужно было добраться до казино Топс и разобраться с Бенни. Ну, я прочитав про квест, узнав, что нам нужно... Все ваши потребности в энергооружии, в серебряной лихорадке. 2000 крышек, чтобы пройти оттуда. Поэтому я еще немного побегал по пустоши, поубивал, пособирал хабар и, в принципе, все это слил, ты набрав 2000 крышек. Ты явно недавно на пришаде, так что прими добрый совет. Не ходи за южные ворота, не поговорив с привратником. А почему обязательно надо говорить с привратником? Эти боты запрограммированы распылять любого, кто войдет в закрытую зону без разрешения привратника. Спасибо за бесплатный совет. Кто ты такой? Меня зовут Старый Бен. Живу на Фрисайде с самого рождения. Понятно, ладно, пока. А этот куда? Для прохода подтвердите кредитоспособность или предъявите паспорт. По нарушителям будет открыт огонь. Я подтвержу платежеспособность. Спасибо, сэр. Вы можете пройти. Спасибо. А он, видимо, хотел просто пройти. У него ничего нету. В принципе, вот мы на стрипе и... Привет, дружище! Издалека у нас, а? Добро пожаловать в Нью-Вегас! Голос, как у Виктора. Что ты здесь делаешь? Считай, что я твой личный приветственный фургон. А теперь услышь. Главный заправила Нью-Вегаса, мистер Хаус, просто жаждет с тобой познакомиться. Отправляйся в Лаки 38. Это высокая старая башня в форме колеса рулетки. Ладно, прямо сейчас иду туда. Иха, дружище, вот это дело. Он будет ждать тебя. Вот так, иди, иди. Так, слушайте, отправляйтесь в Лаки, поговорите с мистером Хаусом. Ну давай, давай зайдем. И чего они его монорельсом зовут? Это же... Привет, поезд, дружище! Поезд. Рад снова видеть тебя. Босс ждет тебя наверху, так что давай, двигай. Спасибо, Виктор. Возвращайся поскорее. Одни Викторы здесь. Что? А ты кто? Секьюрити. Куда, дружище? Давай в пентхаус. Куда, куда дружище? Меня привез? Казино. Президентский люкс. Куда, дружище? Блин, куда они меня привезли? Так, может быть... С этой стороны что-то есть. Блин, куда мне нужно? Я не понимаю. Президентский люкс, окей. А, тут еще... А, это мне, видимо... Мне хату, что ли, дадут? Или что? Куда, дружище? Казино. Нет, это не то. Пентхаус. О! Блин, ты вот ты куда меня все время привозил? Вот мне, вот к этому чувачку надо. Всеми радостями Вегаса. Ну, привет. И вот она, долгожданная встреча. Тебе пришлось пройти долгий путь. Как в прямом, так и подозреваю в переносном смысле. Я хотел бы спросить, вот ты, наконец, в точке назначения. И как тебе здесь нравится?
Мне такого еще не приходилось видеть. Конечно, нет. Вегас всегда был неповторимым. То, что ты видишь на стрипе, это лишь отблеск былого величия города. И все же чуть больше, чем просто отблеск. Я сохранил его дух. Или, может, ты про Лаки 38? Годы не были добры к моей старушке, но она еще может производить впечатление. А с чего такое отношение? Я всего лишь курьер. Не скромничай. Ты играешь по высоким ставкам с тех самых пор, как Виктор выкопал тебя из земли. И не бойся это признать. Так, ну тогда приступим к делу. Дело вот в чем. Один из моих работников украл у меня вещь огромной ценности. И я хочу ее вернуть. Это понятно? Что ты предлагаешь? Все, чего я хочу, это вернуть платиновую фишку. Дальнейшую судьбу Бенни я оставляю на твое усмотрение. Когда ты доставишь мне фишку, я выплачу 4-кратное вознаграждение, оговоренное у тебя в контракте. Что скажешь? Так, но если бы бартер был бы 50, то в принципе мы могли бы повысить. Ну, в принципе, 1000 крышек, это тоже неплохо, я принимаю условия. Договорились. Возвращайся, когда платиновая фишка будет у тебя. Хочешь, обсудим что-нибудь еще напоследок? Я вернусь, когда достану фишку. До встречи. Так, ну все, в принципе, можно отсюда... Нет, не сюда. Можно отсюда валить. Поздравляю, дружище! Босс велел заселить тебя в апартаменты люкс. И друзей с собой зови. Будет у вас там типа как свой личный клуб. Главное, не забудь, что к боссу пустят только тебя, а ребята твои пусть в номере подождут. Радуйся жизни, дружище. Тут всякого хватает. В натуре, теперь у меня есть президентский люкс. Люкс — крупный игрок. Так, и какой мой... люкс. А, это все мое. Типа спальня. Здесь типа уборная. Здесь что? Тоже типа спальня. А тут, наверное, для гостей типа, да? Здесь типа бильярд. И кухня. Слушайте, блин, так прикольно. А если я, допустим, уже все сюда сложу? Так, всю там это, еду, там алкоголь. Так. Вот всякое вино, виски, водку. Пивас. Рикошет, скотч, виски. Ядер, колу. А сам парила, где моя, я что-то не понял. А, может, в разном она? А я ее случайно не продал? Блин, прикиньте, я ее случайно, видимо, продал. Так, хорошо, выйти. Ну все, в принципе, у нас есть свой люкс. И вот здесь, типа, я могу еще желать улучшить. Верстак торговая. И что, если я это все куплю, то сколько будет? За 1500 крышек я могу все это улучшить. Да почему нет? Так, и что теперь? А вот сампарила. Сансет сампарила. Сундук для оружия. Еще один сундук для оружия. А где-то еще верстак должен появиться.
Ладно, понял. Куда, всё, дружище? Мне на... О, коктейль-бар. Мне на первый этаж. Казино! Казино. Так, пойдемте теперь найдем уже... Эй, ты, у меня для тебя сообщение. Это от послов Крокера. Очень важное. Вот. Типа... Подружиться с НКРом они мне предлагают. А что обне? Просто... Они удивлены, что я вышел из Лаки? Привет-привет, дружище. Добро пожаловать в ТОПС, отель и казино. Мне придется попросить тебя сдать все наличное оружие. Зачем тебе мои игрушки? Так, ну конечно, вот. Легко, ладно. И просто. Это мне нравится. Не волнуйся, мы все сохраним и отдадим тебе на выходе. Да, и прими дружеский совет. Если ты вдруг случайно найдешь тут какое-то оружие, не доставай его. Сечешь? Теперь, когда мы закончили с формальностями, как я могу помочь тебе отлично отдохнуть в ТОПС? Пока. Удачи, детка. Детка? Так, в общем, ребята, не переживайте. Привет, богатеньким. Сейчас мы вернем оружие и, в принципе, выполним квест-звонок. Вон там уже стоит Бенни, вот в клетчатом костюме. Но, вот мы собирали, да, так, нам нужно найти вообще Франта. Франт, привет. Привет, приятель. Добро пожаловать в ТОПС. Чем могу помочь? Думаю, тебе кое-что нужно знать о Бенни. Вот как? Ты хочешь что-то сказать про большого босса, да? Ну так скажи это ему в лицо, а не тявкай тут на меня. Не думаю, что тебе это понравится. Похоже, Бенни вел свою игру. Чё? Ты о чем тут вообще? Так. У меня есть новые доказательства того, что Бенни пытался меня убить. Да? И что там у тебя еще? Слушай, эти окурки нашлись у могилы, в которую он меня закрыл. Вот как? Что ж, ладно. Бенни и впрямь курит эту марку. И она не часто здесь встречается. Что у тебя еще? А пока все. Да уж, дело ясное, что дело темное. И вот что я тебе скажу. Прикрывать тебя я не стану. Но председателя от тебя отцеплю. Я скажу вышибалам, что тебя можно пускать с оружием. Поверь мне, оно тебе пригодится. Но разбираться с личной охраной Бенни тебе придется самостоятельно. Я с этими парнями в игры не играю. Если хочешь больше помощи, дай мне больше улик. Так, во-первых, мне... Ага, пока, малыш. Так, во-первых, мне вернули все мое оружие, да, как я понимаю? Да. Мне вернули все мое оружие, но... Привет, богатенький. Это еще не все. Для того, чтобы вообще идеально все провернуть, мы идем сразу в номер Бенни. Поднимаемся на лифте. Так, ищем дверь. Придется немного подпортить карму. Но! Хакер из прошлого века. Но если мы пройдем сюда, сюда, то мы увидим робота здесь. Давайте поговорим с ним. Привет, привет! Рад тебя видеть. Чем тебе помочь сегодня? Что ты здесь делаешь? Хороший вопрос. Моя задача — следить за информационной сетью мистера Хаоса и расшифровывать зашифрованные сообщения. Позволь мне представиться. Я Секьюритрон PDQ-88B. Но ты можешь называть меня просто Yes Man. Yes Man? Что это за имя? Так меня Бенни всегда называл. Наверное, за то, что меня запрограммировали быть полезным. Ты видел Бенни? Он тут совсем недавно был. Сейчас, наверное, на нижнем этаже в казино. Если хочешь, можешь тут его подождать. Выгнать тебя? У меня ж язык не повернется. Бенни украл у меня платиновую фишку. Ты не знаешь зачем?
Конечно! Бенни мне ее 1000 раз показывал. Это устройство для хранения данных, как голокассета, но гораздо совершеннее. Ну, а насчет того, для чего она ему? Судя по некоторым действиям мистера Хауса с данными, похоже, что фишка могла бы как-то усилить его возможности защиты. Хотя это только догадка. Фишка сделана в особом формате. Чтобы прочитать с нее данные, нужно специальное оборудование. В сети есть 2 места с нестандартным аппаратным обеспечением. Лаки 38 и подземный комплекс на фортификационном холме. Я бы стал искать там. Что Бенни собирается делать с фишкой? Он хочет убить мистера Хауса и с помощью платиновой фишки скопировать мою нейрокомпьютерную матрицу в компьютер Лаки 38. Тогда я смогу управлять всей обороной мистера Хауса, в первую очередь его секьюритронами. И тогда, думаю, я просто буду делать то, что мне говорят. Ты очень охотно делишься со мной информацией. Меня запрограммировали помогать и отвечать на любые заданные вопросы. Похоже, никто не озаботился уточнить, кому я не должен отвечать. Это, вероятно, было довольно глупо, да? А если я, а не Бенни, захочу рулить Нью-Вегасом? Тогда мне пришлось бы помогать тебе. То есть... Очевидно, что Бенни этого бы не хотелось, но я же не виноват, что не способен никому отказать. Интересно. Так, и в чем заключается его план? Повторяю, цель номер 1 — устранить мистера Хауса и установить мою нейровычислительную матрицу на главный компьютер Lucky 38. Поскольку ты тут недавно, я также советую тебе поближе познакомиться с местными племенами, чтобы разобраться, что же это за люди. Когда ты со всем этим закончишь, Легион будет готов напасть на дамбу Гувера, и мы задействуем последний этап плана. Так, допустим, с мистером Хаусом случится несчастный случай. Как это может произойти? Мне очень неловко это признавать, но я понятия не имею. Я никогда не был в Лаки 38. Никто не был. Но там живет мистер Хаус. Это центральный узел всей его сети. Мне удалось побывать в Лаки 38. Правда? Ух ты, это круто. Теперь ты можешь убить мистера Хауса в любое время. Я имею в виду, Бенни все придумывал, как попасть в Лаки 38, а тебе это удалось. Ух ты! Еще тебе нужно добыть платиновую фишку. Знаешь, ту, из-за которой Бенни убил курьера возле Гудспринс. А что ты знаешь о курьере, которого пристрелил Бенни? Я знаю, что он нес платиновую фишку, и я точно знал, где Бенни должен был его подловить. Для этого Бенни меня сюда и поставил, перехватывать передачи данных мистера Хауса. Все они, разумеется, зашифрованы, но я неплохой дешифратор. Тебе известно, что мистер Хаус потратил 812 545 крышек на поисковые команды, отправляя их одну за другой за платиновой фишкой? И это только за последний год. Ну, еще б тебе это было известно. Или что курьеров было всего 7, но 6 несли просто мусор. А как насчет их точных маршрутов или команд наемников, которые за ними следили? Я все это знал. Какой я умный, а? Я курьер, которого подстрелил Бенни. Это неправда. У тебя голова все еще на плечах. Я серьезно. Да, не особо смешно, когда тебе прострелят башку. Мне, наверное, неприлично так гордиться тем, как я все устроил, да? Мне сейчас так неловко. Так, ты устроил мне ловушку, теперь ты умрешь.
А я не хочу убивать его пока. Так, где искать платиновую фишку? Бенни всегда носит ее с собой. Думаю, он боится, что ее украдут. Платиновая фишка – ключ ко взлому и захвату защитного комплекса мистера Хаоса. Я что, сказал захвату? Это не очень хорошее слово. И что будет, когда я достану фишку? На твоем месте я бы отдал ее мистеру Хаосу. Он решит, что ты ему помогаешь. И когда он отвлечется... Бабах! Вопрос в том, отдавать ли ему фишку, пока ты его не кокнешь. В конце концов, он-то точно знает, что с ней делать. Он сразу сможет усовершенствовать свою защиту или даже поставить новую. А потом эта усовершенствованная защита помешает тебе его прикончить. Тут сложно советовать. Решать тебе. Дай мне знать, когда совсем разберешься, и я подрулю в Лаки 38. Если я прав насчет фишки, я смогу установить себя на компьютер Хаоса. Вот здорово будет! Я столько всего для тебя сделаю, хочу я того или нет. Так. Такое ощущение, что он меня обманывает. Ну давайте поинтересуемся еще у него. То есть мне нужно спросить у них, поддержат ли они независимый Вегас? О нет, я совсем не о том. Кому нужна их поддержка? У тебя же будут секьюритроны. Их на все случаи жизни достаточно. Я только хотел сказать, что тебе стоит узнать эти племена получше. Кто тебе нравится, а кто нет. Ну, понимаешь, очертить будущее Вегаса, выбрать соседей. Если тебе нравится племя, оставь его в покое. А если племя противное или грозит проблемами, вперед, уничтожь его. Все в твоих руках. Так, и с какими племенами мне стоит познакомиться поближе? Их много. С некоторыми тебе уже довелось встречаться. С председателями, например. Я думаю, тебе точно стоит посетить другие семьи на стрипе, Амерту и общество Белая Перчатка, просто чтобы разобраться, почему они тикают. Кроме стрипа, есть и другие важные группы. Бомбисты, Великие Ханы и Братство Стали. О, я, кстати, думал, что здесь не будет Братства Стали. Так. Давай поговорим о племенах, с которыми мне стоит познакомиться поближе. Конечно. Спрашивай. Так, что ты знаешь о бомбистах? Они, должно быть, совсем плохие люди. Мне никогда о них слова доброго слышать не приходилось. Стреляют по всему, что приближается к их поселению на авиабазе Неллис. Ужас, как грубо. Но, если бы получилось убедить их стрелять из больших пушек только по Легиону или НКР, вот это было бы прикольно, да? Так, поговорим еще. Мы будем говорить. Так, давай. Так, это мы спрашивали. Расскажи мне о великих ханах. Ханы просто... Очень грязные люди. Они живут в палатках, как звери, и очень грубы. Их не слабо пощипали, но никто так и не смог всех перебить. Ну, пока что, по крайней мере. Так, окей, давай поговорим еще. А что ты знаешь об Амерте? Припоминаю, что Бенни обычно платил администраторше в Гаморре за информацию. Может, она что-то и знает? Отлично. Бенни перепрограммировал секьюритрона без посторонней помощи? А, ему немного помогали. Та леди, его подруга. Она сказала, что живет в форте во Фрисайде. Но больше я ничего не помню. Так, ты упоминал о бункере во форте. Правильно. Это одна из двух точек сети Хаоса, оснащенных нестандартным аппаратным обеспечением. Я предполагаю, что там есть считыватель, который поможет декодировать фишку. А может, что-нибудь еще?
Вдруг там гигантский робот или что-то подобное. Я пойду выясню, что там. Супер! Сообщи мне, что там обнаружится. Так. А что это за место, мы поняли. Всего хорошего. Возвращайся, если что-то понадобится. Ну все, тогда. А это что за дверь? А это секретный ход, я понял. Так, хорошо, теперь мы знаем, что в номере у Бенни есть Security Tron, Aceman, и теперь мы идем к Франту, к Франку или Франт, Франк, Франт или Франк. Как дела? А что ты там под лестницей прячешься? Франт. Маленькая птичка принесла мне на хвосте, что тебя пустили в Лаки 38. Нынче туда мало кто ходит. Слушай, про Бенни. Вот как? Ты хочешь что-то сказать про большого босса, да? Ну так скажи это ему в лицо, а не тявкай тут на меня. Бенни перепрограммировал Security Трона. Он пытается захватить Стрип. Что? Ах ты блин, это реально конкретно плохо. А ты что будешь делать? Так, что мне тут предлагают? Договориться, убить его, и типа я не знаю. А я хочу его убрать, если только один выход. Есть только один выход, я его уберу. Разобраться? О, черт. Ну ладно, если ты считаешь, что это лучшее решение проблемы, я пошлю его в его номер. Можешь устроить там засаду. И не волнуйся об остальных председателях. Они не будут вмешиваться. Но на тебе еще личная охрана Бенни. Так что берегись. Ладно, я сделаю. Вот тебе твое барахло. На случай, если Бенни по-тихому не согласится. Врубаешься? Я скажу парням, что с оружием тебя можно пускать. Ну давай. Лифты за игровыми автоматами. С правой стороны. Все, идем. Идем просто туда. Так, не тот лифт. Какого черта? Ты? Но ты же... Франт, ах ты лживый мерзавец! Ты круто наезжаешь, детка, но убивать ты меня не будешь. Нам стоит поработать вместе. Почему они меня все деткой называют? Так, давай сюда платиновую фишку, и, возможно, я тебя не убью. Не могу, детка. Фишка. С ней не все так просто. Но зацени, детка. Я могу поселить тебя в президентском люксе. Это лучший номер в заведении. После всего, что с тобой случилось... Ты заслуживаешь роскоши. Дай мне пару минут отдышаться и опрокинуть пару коктейлей. А потом я загляну на огонек. Обещаю, я все тебе расскажу. Отвечу на любые вопросы. Это может стать началом прекрасной дружбы. С чего мне тебе доверять? Я знаю, я произвел не лучшее впечатление. У тебя есть все резоны считать меня мерзавцем. Но, детка... Это шанс на 18 карат. Фишка у меня, но чтобы довести эти шуры-муры до конца, мне нужна помощь. И опаньки, кто стучится в дверь ко мне? Это все не случайно, детка. Мы с тобой созданы друг для друга. Давай сюда фишку или... Или что, тупица? Или вот так? А ты чё такой живучий? Вот так мы, в принципе, и выполнили задание «Звонок». Нужно только добыть... Слушайте, тут еще какой-то крутой пистолет у него. Гиза, ключ от люкса Бенни, ключ от президентского люкса, планетинного фишка и костюм. Круто, круто, круто. Все, ребята, мы выполнили, в принципе, задание «Звонок», раздобыли платиновую фишку,
И что же будет дальше, мы уже узнаем в следующей серии. На сегодня мы будем с вами прощаться. С вами был Bad Boy Games. Я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.